Образовательный марафон «Твой проектный старт» начинают вот таким мотивирующим роликом. Главная цель проекта – поддержка талантливой студенческой молодежи, а также вполне себе реальная помощь в воплощении самых грандиозных социальных проектов. Что и как делать, студентам рассказали эксперты Росмолодежи, специалисты молодежного проектного офиса. Мы знакомим ребят вообще с понятием социального проектирования, с возможностью грантовой поддержки. Было две категории участников. Те, кто уже знаком с инициативными проектами, кто либо участвовал в проектных конкурсах у себя в вузе, в колледже, либо подавался на грантовые конкурсы. И те, кто хотят заниматься, но пока ничего не знают. Поэтому мы надеемся, что, во-первых, ребята получат знания о социальном проектировании, поймут, что проектирование – это не какая-то закрытая, непонятная история, это то, что можно сделать, это то, что можно сделать вместе со своими друзьями, с одногруппниками, собрать команду достаточно просто, если этим загореться. Сегодня в области на гранты губернатора и Росмолодежи реализуют 27 молодежных проектов. Возрастной ценз довольно широк, воплотить в жизнь идею позволено юношам и девушкам от 18 до 35 лет. В прошлом году грантовый конкурс Росмолодежи впервые прошел в Рязанской области в очном формате. Площадкой проведения стал областной лагерь «Роса». В этом году здесь тоже будет многолюдно. И многие ребята уже знают, с чем туда поедут. В голове у себя держу несколько целых проектов. Хватало бы времени, как говорится. Это дискуссионный клуб, который помог бы выявлять некоторые проблемы. Возможно, также рекламировать некоторые проекты. Это поддержка, как мне вот сегодня еще сказали, что существует такое сообщество в Рязани о, как сказать, создании какого-то сообщества по поддержке деревянного зодчества, его впоследствии реализации, то, что возможно выделение гранта. Социальный театр, узная за 60 секунд киберспортивные истории, диапазон молодежных проектов тематически не ограничен. За последние несколько лет до логического завершения довели более 200 проектов, которыми сегодня по праву можно гордиться. Таких же результатов ждут и от нового марафона, но теперь упор сделают на качество заявок. Материал подготовлен студией Mars TV специально для телекомпании «Город».